Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня моя любимая рубрика «Пробуем все новое». Либо это вкусы, которые я не пробовала, либо вообще продукты, которые вижу впервые на прилавках, все это собрала. Потому что предыдущие 4 части набрали хорошие просмотры, вам понравилось и какое-то разнообразие для моего канала. Первое, что меня немного удивило, если честно, я буду вам вот так вот показывать, это какие-то конфеты в форме таблеток. Причем упакованы так интересно. Это, оказывается, желе. Гляньте. Такой вот желе. Попробуем. Вкусно. Такие вот желейки. Обычно такие медвежонки мы покупали. Желе. То же самое. Только немного пожестче. Мне очень понравилось. Буду в дальнейшем тоже покупать. У меня оценка 5 из 5. Мне нравится. Я одобряю. Дальше. На прилавке с полезной едой нашла вот такой вот батончик. И вроде как он очень низкокалорийный. Правда, калорий я сейчас здесь не вижу. Здесь 100 грамм продукта, всего 300 калорий. Открываем. Вроде должно быть не очень вкусно. Здесь такое ощущение, что сверху злаки, а снизу немного белого шоколада. Он такой достаточно сладкий. Супер. Очень вкусно. Я чувствую, насколько он полезный. И пахнет еще так. У нас есть в супермаркете прилавок, где как раз таки продаются всякие каши Геркулес и так далее. Там есть один прилавок со спортивными батончиками. Просто вау. Следующее, что мы будем пробовать. Хочется, конечно, доесть до конца, но нужно в желудке оставить место. Здесь Актимель Тонус, заряд витаминов с экзотическими фруктами. Попробуем. Пахнет так себе. Не очень. По мне, лучше всего брать самый обычный классический Актимель. Вот эти все новинки, мне кажется, очень быстро уйдут с прилавков. Так себе. Какой-то привкус, как будто кисленький. Следующая новинка — это вот такие вот супер бюджетные чипсы. Называются чипсоны с крабом. Попробуем. Господи, что это такое? Вы видели вот такие чипсы с таким рисунком? Но вкусно. Вкусно. Учитывая, что они стоят копейки. Выглядят очень необычно и вкусно. Скорее всего, здесь даже картошки нет. Сплошной крахмал. Но очень вкусно. Прям вау. Чувствуется вкус краба. Не знаю, мне очень понравилось. Дешево, сердито и вкусно. Спросила у кассира, что это такое. Она сказала, что она тоже не знает, но что-то съедобное. Попробуем. Открываем.
И здесь я вижу такое подобие жвачки. Это что-то вроде жвачки. Но с кислинкой. Обычный мармелад. Можно мукбанг снять с такими штучками. Не могу сказать, что это вау какой-то. Ну и неплохо. На четверочку. Где-то. Дальше что-то вроде M&M's, только от Osmo. Я в детстве помню, у нас были такие штуки. Папа всегда покупал мне и брату. Брат съедал свое, а потом отбирал и мое. То же самое, как M&M's. Только мельче, они одного размера. Вкусно. Что-то мне сегодня все вкусно. Выглядят как таблетки обычные, внутри шоколад без ореха. Вау. Также впервые попробую луковые кольца в формате чипсов. И для этого я приготовила тяжелую артиллерию. Выглядят они вот так вот. Это самые обычные чипсы, никакие не луковые кольца с грибами и луком. Я не знаю, я просто обожаю шампиньоны, поэтому для меня это очень вкусно. Причем здесь не то чтобы запах шампиньонов, а здесь элементарно вкус просто. Очень вкусно. Но если сравнивать краба и вот это, мне больше понравился краб. Следующим у нас будет шоколадка в форме ложки. Вроде как так написано на упаковке. Ой, я уже вижу эту красоту. Оп. Так это не ложка. Это какой-то тростник. Я почему-то думала, что это ложка. Ну ничего, попробуем. Здесь внутри, кстати, тоже шоколад. Очень нежный. К чаю самое то. Взял одну такую штучку и съел. Здесь настолько нежный шоколад, как бывает у Милка. Обалденно. Ну, раз мы уже заговорили про Милка, это что-то вроде реплики на Барни, как я понимаю. Барни в производстве Милка. Посмотрим. Открываем. Даже здесь тоже медвежонок. А нет, не медвежонок. Просто вот такой вот деликатес. Ну, на вкус то же самое, что и Барни. Просто это дороже намного. Один в один Барни. Не знаю, мне как-то даже Барни больше нравится, чем это. Поэтому Милка я не оценила. На мой взгляд, ничего необычного. То, что я хотела попробовать больше всего. Это Бисколейт Муд. Это с белым шоколадом. Обычно Бисколейт, он бывает с обычным темным шоколадом. Открываем. Маленькой упаковки не было, поэтому пришлось вот такую бандуру купить. О, как-то странно пахнет. Здесь со вкусом кокоса.
Ну, так себе. Классическая версия мне больше нравится. Но с чаем можно. Что у нас осталось? У нас остались черви. И у нас остался такой батончик интересный. Что касается бисквита, я ему могу дать 4 из 5. Потому что пробовала классический вариант. Классический намного вкуснее. Хотя на вкус и цвет товарищей нет. Возможно, вам больше понравится этот вариант. Но я большой любитель именно молочного шоколада. Меня белым шоколадом не подкупить. Перейдем к червям. Как я в детстве любила всякие эти желейки. Причем они без глаз, без ничего, просто такой червь. Никакого вкуса. Мне вообще не очень. Сейчас вам фирму скажу. Бойбокс. Я пробовала разные вариации. Но это самое невкусное, то, что я пробовала. И последнее, что мы сегодня будем тестировать. И у меня зарядка садится. Какой ужас. Открываем. Такой батончик. Чем-то похожий вообще на какую-то игрушку. Пробуем. Это мне нравится. Очень вкусно. Шоколад такой молочный. Вау. Просто вау. На камере садится зарядка, поэтому быстренько со скоростью света мы открываем еще и напиток. От какого-то непонятного производителя, называется Акмина. Акмина, да. Открываем со старой открывашкой, которая есть у меня дома. Видела в ТикТоке, люди открывают зубами. Мне очень жаль ваши зубы. На мой взгляд, самый обычный миринда. На этом все. Спасибо, что досмотрели. Всем пока.